9 августа ООН в очередной раз отмечает Международный день коренных народов мира. В этом году он посвящен их творчеству и культурному наследию. В послании по этому поводу генеральный секретарь ООН напомнил, что коренные народы, а это около 370 миллионов человек, являются хранителями драгоценного и зачастую быстро исчезающего культурного наследия. Глава ООН отметил, что пытаясь сохранить свою самобытность, свои традиции и обычаи, коренные народы сталкиваются с многочисленными проблемами, а их вклад в культуру эксплуатируется. Он призвал активнее бороться за признание и укрепление их права распоряжаться своей интеллектуальной собственностью. Пан Ги Мун считает, что нужно дать коренным жителям возможность защищать и развивать свое культурное наследие и традиционные знания и получать справедливое вознаграждение за их использование. В конечном итоге от этого выиграем мы все, подчеркивается в послании генерального секретаря. Петр Мищенко, Радио ООН.